Друзья, здравствуйте. Закончена работа над дружеским шаржем. Это очень любимый мой жанр портретный в портрете. Это дружеский шарж. Люблю его, обожаю. И вот такой вот заказ нарисовала я, который улетит аж в Израиль. Вот так, друзья. Вот здесь вот наша природа. Самогончик украинский. Сало нарезное вот тут с прорезью, столичное. Даже килька есть в томате. Вот так вот. Смотрите, какой тут пейзаж, котелок, в который сейчас запрыгнет эта щука, которую поймал вот такой смешной, добрый, симпатичный персонаж, герой шаржа. Вот такой заказ. Одели в раму такую красивую, нарядную, достойную, в общем-то, этой картины. Хотя это и жанр шуточный, но зато я старалась, я буквально как бы соединяла классику, графику и юмор. Вот такой вот получился вот у меня в смешанной технике. Я очень старалась, такой вот получился дружеский шарж. 40x50 его размер. Он будет как бы и не маленький, и небольшой, такой нормальный, в общем-то, будет. Я думаю, в интерьере будет доставлять радостные минуты, позитива его герою. Дарят ему этот вот шарж. И я очень рада, что люди мне, как художнику, доверили этот заказ. Я выполнила его со всей старательностью, со всей душой и со всем опытом, который есть у меня. На этом, пожалуй, все. Заказывайте дружеские шаржи. Я выполню с удовольствием. Вот, и постараюсь вас не разочаровать, потому что дружеский шарж, он должен быть добрым, должен быть не злым, должен быть подчеркнуть в человеке самую такую изюминку его, самую такую симпатяжность этого героя дружеского шаржа, чтобы человеку было приятно смотреть на себя, и чтобы все, кто смотрит на этот шарж, улыбнулись, и было желание разглядывать его. Вот так вот просто смотреть вот по каждому, как говорится, сантиметру картины, чтобы все, что, какие персонажи здесь изображены, чтобы они играли, выполняли свою роль. И не только персонажа, вот даже и пейзаж, и натюрмортик такой, видите? Вот все там прорисовано, все создает настроение. Камыши, рыбка, которая удивляется и смотрит, ух ты, какую щуку поймал рыболов. Вот такие вот детали картины. На этом пока, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Вот, не забывайте ставить лайки. И будем дружить. До новых встреч. Пока.